Дорожные ограничения затрагивают, пожалуй, все центральные транспортные артерии Канаменского района. Распространяются ограничения и на историческую часть Нижнего Новгорода. Итак, с 10 вечера 28 августа закрывается движение по Волжской набережной на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской. Полностью ограничены движения и на самой улице Совнаркомовской. Улица Бетанкура попадает под частичное ограничение. Проезд недоступен от улицы Волжской до улицы Советской. Самаркандская улица закрыта полностью движение по улице Керченской, недоступно на участке от улицы Советской до улицы Совнаркомовской. Улица Стрелка попадает под полное закрытие. От Стрелки до улицы Ивана Романова перекрывается улица Советская. Таким образом, движение около стадиона и на прилегающих к нему улицах будет полностью закрыто. Далее под ограничение попадают Канавинский мост, Похвалинский съезд, улица Маслякова, Обозная, Малая Покровская и Заломова. Полностью перекрывается движение на Нижневолжской, Верхневолжской набережных, набережных Федоровского, и грибного канала. Георгиевский, Зеленский и Казанские съезды также недоступны для автомобилей и общественного транспорта. Безусловно, полностью перекрывается площадь Минина и Пожарского. Ограничения также коснутся улиц Варварской, Ульянова, Алексеевской, Пожарского, Рождественской, Черниговской и Широкой. Водители просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытий. В противном случае транспортные средства будут эвакуированы. В таком случае уточнить информацию о перемещении движимого имущества можно по телефону. 417 1707. Важно помнить, что из-за масштабного перекрытия улиц будут внесены существенные коррективы и в маршруты общественного транспорта. В то же время туристические автобусы смогут припарковаться на перекрестке улиц Ильинской и Сергиевской. Дорожное ограничение действует до 17 часов 29 августа.